Японская компания Kyocera представила первый в мире смартфон, который оснащен экшн-камерой. Модуль со 135-градусным углом обзора способен поддерживать запись видео в формате Full HD, съемку под водой и в замедленном темпе. Kyocera DuraForce Pro оснащен корпусом, который защищен по стандарту IP6X и военному стандарту 810G, поэтому ему не страшны погружения в воду на глубину до 2 метров в течение получаса, пыль, грязь, перепады температуры.